Вы правы. Дом находится в бедном негритянском районе. А всем известно, что черные ребята обожают белых женщин. Честно говоря, во мне тоже течет негритянская кровь. Не будь я женат, я... Пожалуйста. Арестован. Стэн Минтон, вы арестованы за мошенничество. Присяжные вынесли вердикт? Мы, присяжные, считаем, что подсудимый виновен. Что? Осужден. Ябака, неужели нельзя что-нибудь придумать? У тебя полгода, чтобы привести дела в порядок. Что это значит? Такого симпатяшку, как ты, там не пропустят. Напуган. Они изнасилуют меня. Он будет тренироваться под руководством мастера, чтобы защитить то, что свято. Преодолеть невозможное. И стать воином. Нельзя ли сделать у меня на сфинктере какую-нибудь татуировку, чтобы он был не таким привлекательным? Расставить ноги. Кто тут самый крутой в этом корпусе? Простите. Всеобщий герой. Спасибо за то, что ты сделал. За ним целая армия. Я хочу в твою банду. У меня нет банды. Он не станет подстилкой. Смотри, что я соорудил из шнурка и трех кусков мыла. Роб Шнайдер. Нас с тобой ждет много интересного. Серьезно? Например. Мистер Минтон, вы хотите что-нибудь добавить? У вас красивая блузка. Не могли бы вы ее расстегнуть? Взять его! В досрочном освобождении отказано. Что я так сказал? Большой Стэн. Словно монстр из глубины. Заглядывает тебе прямо в душу. Размер имеет значение. С 12 июня во всех кинотеатрах.